Мы познакомились в школе. Я учился в 10 классе, а она в 9. Я ее случайно заметил, даже не понял, что какая-то, ну, между нами, и, грубо говоря, искра пролетела, что-то такое невероятное было, и, наверное, это все-таки любовь с первого взгляда. Как это религиозное бракосочетание, где молодые дают клятвы на обещание прежде всего перед Аллахом, что они будут друг друга любить, уважать и увеличивать наш род. Аллах что было до нас и что будет после нас. Ничто в сравнении с тем, что внутри нас. Я желаю, чтобы внутри вас, в ваших сердцах, пылала любовь, страстная любовь, и чтобы вы любили друг друга или не забывали о своих родителях. Поздравляю вас. Будьте счастливы. Я желаю вам, ребята, чтобы вы любили друг друга, смотрели в одну сторону и, конечно, видели дальние горизонты и мечтали просто вот настолько широко, потому что весь мир сейчас у ваших ног. Покоряйте его, идите к своей цели, к своей мечте. Я вас очень люблю. А сейчас я счастлив. Всю ночь не спал, думал об этом дне. Все прекрасно. Уважаемый Тимур Шухратович и Диана Русланова, в полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации сегодня, 16 августа 2019 года, в городе Астрахани, ваша страна, любим.